Так, ребят, приехал я, короче, на загрузку и так решил маленький такой ролик снять вам, показать. Все-таки, конечно, классно с телевизором. Я собрал, доделал его, все-таки, блин, провода торчат, убрать надо. Но это все я затяну туда, вовнутрь. Видите, вот антенна висит. Это даже провод с антенны не заправлен никуда. Вот он мотыляется, только потому, что это тестовая антенна с Алиэкспресса. Вот, и... просто не хочется выносить на спалку сверлить, но, наверное, все-таки придется покупать нормальную антенну. Это ловит все. Приезжаешь на место, становишься, ловишь каналы. Вот на приставка это. Вот как все устроено. Ну что рассказать, как устроено. Монитор с телевизора, компьютера с колонками, приставка Color. И там преобразователь 12220 вольт, который работает на приставку и на монитор. Вот и вся любовь, как говорится. И переходник с VGA HDMI стоит сзади, с видео, с аудиовыходом, куда включается монитор, там, кто знает, с монитора выход, который с колонками, с VGA и 3,5 джек. Вот, соответственно, можно еще купить, наверное, я все-таки это сделаю, куплю 6-метровый шнур AUX, выведу к магнитоле, вот так вот, ну, вдоль там к магнитоле, сзади к AUX подключу, чтобы звук был во все колонки. То есть не в колонки телевизора, хотя и этой громкости хватает, то есть как бы нормально. Можно флешку вставлять, смотреть. Еще есть Android приставка, можно раздавать Wi-Fi и YouTube смотреть будет, то есть у меня дома. Но я пока с этой езжу, посмотрим. Вот такая вот тема. И плюс еще доработочка, вот что сделал себе. Здесь, короче, стояла вот такая розетка. Вот такая. Но, кто знает, она вот здесь стоит, но очень конченая розетка. В плане чего? В плане того, что, не знаю, у меня выскакивают все зарядки с нее. И постоянно зубочисткой приходилось подпирать. В итоге купил на Алиэкспресс USB-шную вот такую с сенсорной кнопкой. То есть включаешь, вот. Типа что 3.0, я не знаю, там сколько он ампер дает, но заряжает быстро. Включил, отключил. То есть очень удобно. Со мной ребенок катается, бывает в рейсы, и когда у него выходной либо каникулы. И вот зарядочка. Ну и сам лежишь с телефоном, если надо подзарядить, подзарядился. Вот так вот. Надо с тахографом ехать калибровать, начал уже ругаться. Как-то так. Перчатки сушатся, приехал нам сгрузиться за металлом. Короче, я обедать. Здесь три вымпела повесил. Газель, Вольво, КамАЗ. Здесь только DAF висит. Это с каждой поездкой именно мимо Орловской это, парковки, которая там есть, где магазинчики. Я захожу и покупаю по одному вымпелу. Можно было все сразу купить, но смысл. Посмотрим. Короче, вот такие вот дела. Подарок тоже от коллеги. Повесил хвост. Вот. Такие вот дела. Короче, я обедать. Стекла грязные, надо омывайку заехать покупать. Все, всем пока. Загрузился, еду домой. Ой, как в жизни бывает. Вон газелька стоит белая. Встретил сослуживца Сашку. 5-7 год служили вместе. А сейчас 23-й. Ну, мы до этого весной встречались тоже на трассе. И вот сейчас встретил его. Когда ехал грузиться днем, встретились, постояли, поговорили. И сейчас вот. Пробочки рядом стоял по рации, потрахтели. Вот так бывает, мир тесен.